Азербайджан, Турция и Туркменистан договорились укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Стороны намерены осуществить новые проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и туризма. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной в Анкаре главами МИД трех стран. Политический диалог между тремя странами имеет особую значимость. В результате 44-дневной Отечественной войны в регионе был создан новый формат безопасности. В то же время появились новые возможности для развития многостороннего сотрудничества. Об этом мы говорили и во время встречи. Согласно подписанным документам, все необходимые коммуникации в регионе будут поэтапно разблокированы. Откроются новые транспортные пути. Чайхун Байрамов подчеркнул значимость совместной разведки и разработки Азербайджаном и Туркменистаном месторождения до слух в Каспийском море. По словам министра, этот проект также внесет положительный вклад в энергетическую безопасность Турции и других европейских стран. В ходе встречи в Анкаре главы МИД обсудили и предстоящий трехсторонний саммит президентов трех стран. Он состоится в Туркменистане. Турция очень довольна сотрудничеством с Азербайджаном и Туркменистаном. Наши отношения, построенные на особых связях, сегодня превратились во всеобъемлющее партнерство. Этот трехсторонний механизм, который мы инициировали в 2014 году, внес значительный вклад в установление стабильности и процветания в регионе. Культура, история, язык и цивилизация – три братские страны имеют много общего. Мы поговорили о работах, которые могут укрепить эти связи. Мы намерены дальше углублять сотрудничество. Наши турецкие и азербайджанские братья всегда поддерживают инициативы, выдвинутые президентом Туркменистана. Мы уверены, что это будет продолжаться и в будущем. Джейхун Байрамов, Мевлут Чавушоглу и Рашид Мередов обсудили восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана. Глава МИД Джейхун Байрамов приветствовал участие Анкары в разминировании деоккупированных земель. Министры назвали встречу в Анкаре плодотворной и выразили уверенность, что страны продолжат демонстрировать солидарность во многих вопросах. Эсмира Алиева, Шамистан Мамедов, CBC.